So that way. Значит, перед вами новая модель наручного фонаря. Дальность луча около 200-300 метров. Значит, здесь в этой модели две как бы технологии. То есть технология фонаря Cree с мощным светодиодом и обычные часы электронные. Это у нас часы, да, пошли? Да. Она как обычные наручные часы. Это в условиях там похода, да? Да, в условиях похода, чтобы не таскать что-то с собой отдельное, совмещается такой вот гаджет. А часы заряжается аппарат аккумуляторный, в комплекте зарядное устройство, вход в зарядочку. Сколько заряжается по времени так? Заряжается около 2 часов. Светит где-то 4 часа. А какая мощность сама у этого диода фонарика? Где-то 2, наверное, да? 2 ватта будет? Нет, как-то не 2 ватта. Где-то 5-ваттный. А, 5? Ну, то есть, в принципе, как-то он... Это новая модель относительно, да, я так смотрю? Да, она... Пришла недавно. Совсем недавно, но и не больше полгода. А часа, у часах функция будильник есть, кстати? Или таймер какой-то? Ну, в смысле, сигнал какой-то, да? Нет, будильника там, по-моему, нет. В этой модели нет будильника. Окей? А может и есть. Вроде полотни должна быть, да? Хорошая функция, но... А вот на корпусе вот это что такое у него? Как бы это самое? Где? Такие прорези какие-то, да. Вот это? Да, это. Это не прорези. Что это? Просто дизайн. Притом это не сквозные прорези, а, просто. Это вот это. Просто дизайн. Ремешок самого. Это пластик, да? В смысле, материал. Ну, ремень, да, такой плетеное. Не мокнущий, очень прочный. Ну, хорошая штука, да. Новинка, да, апрельская. Все. Заходите на сайт магазина Alarm Gadget, Gadget Park, и приобретайте.